Всем привет, друзья, с вами Нирвгорн, и сегодня будет такой небольшой обзорчик, можно сказать, первый взгляд, для вас, для меня уже не первый, игры X-Morph Defense. Жанр игры Tower Defense, но здесь есть небольшой нюанс. Мне вообще нравятся Tower Defense, поэтому я и обратил внимание на эту игру. Здесь есть небольшой нюанс, при том, что вы защищаете центр своей базы, строите ограждения, всяческие вышки воздушные, ближнего боя, там, мортиры и тому подобное. Также у вас есть устройство летающее, ну как что-то типа летающего корабля, который будет также отстреливать ваших врагов. Вы им будете конкретно управлять, вы им будете конкретно строить вышки. И это довольно-таки интересно, потому что экшен добавляется просто не эпический. Я не буду вам показывать какое-то начало или что-то в этом роде. Я могу вам сказать только одно, что мы будем играть за инопланетян. То есть мы будем завоевывать Землю, мы будем завоевывать человечество. И это довольно-таки прикольно и очень интересно. Я продолжу кампанию с того момента, где я закончил. Ну, для себя мы вот как раз в Германию поедем и будем ее завоевывать. И смотрите, здесь есть вот разные страны, да, некоторые я уже завоевал части. И давайте в Германию. Что дальше? Мы можем прокачивать как раз-таки вот наш истребитель, вот он, видите, здесь нарисован, показано. Мы можем его прокачивать и добавлять всяческие ему умения. Есть 4 вида орудий, то есть это, допустим, вот в данном случае плазма, это самое универсальное оружие X-морфов, которое можете использовать как против воздушных, так и против наземных. Дальше у нас ракета, которая используется против авиации, и здесь вот бомбы, которые используются против наземных. Я вот думаю, что конкретно мне изучить, потому что хочется и то, и то. Плюс к этому, ко всему, вы можете изучать прокачку, модернизацию вышек, да? Так, а вот здесь, кстати, смотри, здесь закрыто, а вот здесь вот... я могу убрать, если что, да? А сюда, видите, закрыто пока почему-то. Странно. Окей. Тогда вот уберем и поставим, давайте, вот так вот. О, открылось, отлично. Бомбы из антиматерии, вау. Бомба из антиматерии — самое мощное оружие X-морфов. Воу, вот это круто. Наверное, можно попробовать, да? Как думаете? Как раз в этой миссии посмотрим, что она из себя представляет. Давайте вот так вот и вот так вот. И даже сюда еще можно. Офигеть! Посмотрим, что это. Электромагнитное защитное поле. Так как вот эта ветка против авиации, то здесь все против авиации. То есть это ракета самонаводящаяся, это Эми-волна, которая выключает, как видите, вот по картинке, выключает устройство. Ну, а дальше вот у нас электромагнитное защитное поле. Во время зарядки Эми-волны корабль X-Morph окружает себя мощным электромагнитным полем. А, ну то есть, когда мы заряжаем волну, то мы защищены. Так же, как и, допустим, вот здесь вот есть такое заряженная плазма. То есть это очень сильный удар, но при третьей прокачке у нас есть плазменный щит, который защищает нас, когда мы заряжаем эту штуковину. Так, здесь все. Временной варп. Способность временной варп замедляет время, пока корабль X-Morph готовит атаку бомбами из антиматерии. Это облегчает точность размещения бомбы во время ведения боя. Давайте я вот так вот сделаю, так как у меня практически все прокачано. Огнемет я убираю. И здесь еще можно прокачать базу. Всяческие возможности. Допустим... Вот это вот хорошее удлиненное заграждение. Прикольная вещица. Прикольная вещица. Удлиненное заграждение пригодится когда-нибудь. Можно, допустим, вот здесь вот увеличение как бы обломков, да? То есть мы собираем обломки и из них строим вышки. Защитные лучи. А, то есть нет, не очень круто. Это что-то быстрое призрачное перемещение. Тоже не очень круто. Усиление щита ядра. Давайте вот это вот сделаем. Прокачаем. Так, ну что ж, давайте начнем. Здесь нам подсказывают всяческие подсказки, но сейчас загрузка идет. И, ребят, конечно же, игра специфическая. Это Tower Defense в первую очередь, да? И любой Tower Defense, он... Наша зона высадки расположена в центре главного человеческого поселения, но все указывают на то, что мы столкнемся с большим сопротивлением, чем предлагали наши анализы. Мы должны установить сильное присутствие в этом регионе и придушить любое сопротивление. Кроме того, мы подсоединимся к энергетической структуре в центре континента, которую люди называют Европой. Это еще более увеличит нашу энергию. Собственно говоря, вот игра и началась. А что же, ну вот, кораблик, вот так вот мы управляем, и мы можем переключать оружие, ракеты, и ну-ка. Воу. Воу, прикольно.
Иксморф, мы выследили в Берлине, они пытаются установить контроль над всей Европой. Мы не можем этого допустить. Великобритания после своего поражения представила под мою команду и оставшиеся воздушные силы. Я уже запросил поддержку тяжелых бомбардировщиков, но на их прибытие понадобится время. Мы должны отреагировать. Что-то там. Внимание, большое количество вражеских машин быстро продвигается в наше направление. Заблокируйте им пути, чтобы выиграть время для их уничтожения. Все, все, теперь я могу говорить, да. Также вот, как видите, чем первое меня поразило, это разрушаемость. Видите, все рушится, все крушится, и это потрясающе. Реально город ломается, при том, что... давайте мы... Мне хочется вот эту... Прикольно, бомба. Ну-ка, вот этот заряд вот... Шикарненько выглядит. Так. Классический Tower Defense начинается. Мы можем перекрывать какие-то пути подхода врагов. То есть, допустим, вот это вот мы никак не перекроем, потому что они... Ну, видно, они просто едут по этой верхушке. Здесь мы ничего не сможем сделать, но... Интересно, сможем ли мы взорвать мосты? Наверное, нет. Нам об этом сообщат, если можно будет. Так, допустим, вот эту улицу мы можем уже... Смотрите, мы можем, допустим, перекрыть вот так вот. Допустим, переходим в строительство, берем, ставим вышку вот так вот. Вот так вот. Соединяем их щитом. Оп, отлично. Теперь, видите, путь поменялся. Отличненько, дальше. Игрушка, сразу могу сказать, довольно-таки тяжелая. То есть сразу не получится, так знаете, сходу ее взять и пройти. К сожалению, не получится. И вот это вот небольшой минус. Какой-то степени. Так, вот давайте вот так вот поставим. Черт. Да, не здесь, ребятки. Не здесь. Видите, путь-то вот здесь проходит. Так что нам здесь нужно перекрыть. Как раз эти вышки будут попадать по верхним. И по нижним тоже будут. Отличненько. Угу. Давайте попробуем. Сохранение контроля не точно. Мы предоставили вам в распоряжение дополнительные артиллерийские башни. Они способны уничтожать вражеские группы с большого расстояния. Отлично, отлично. Дополнительные пушки мне пригодятся. Ну, замес пошел, ребятки. Воу-воу-воу-воу-воу. Как видите, враги тоже не просто так. Они... Воу. Это авиация. Огонь, 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 ракета. Мы переключаемся сразу в режим в боя с авиацией. Как видите, сбиваем сразу всю авиацию в первую очередь. А еще мы сразу давайте соберем все осколки, которые остались. Теперь переходим в режим стандартный, так скажем. И давайте разобьем вот здесь вот. Потому что, ну, блин, их что-то как-то уж очень много. Опять авиация двигается в мою сторону, по-моему, да? Давай, 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 давай. В первую очередь снимаем авиацию, ребятки. Потом уже все остальное. За мной, видите, самонаводящиеся ракеты летят. Их тоже можно, конечно, подстрелить, но я как бы в первую очередь хочу подстрелить именно те устройства, которые пускают эти самонаводящие ракеты. Вот она. Оп-оп-оп. Конечно, можно... Да что ж так много-то, а? Пошли, 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 пошли. Истребители сбиваем. Отличненько. Так, я здесь пропустил одну машинку. Все нормально. Еще одну машинку пропустил уже. Так, уже враг приближается близко к городу, но... Давайте все собирать быстрее, 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 быстрее. Дополнительные материалы. Дополнительные материалы, ребятки, пригодятся. Танковая единица докладывает. Включена активная бронезащита. Мы прорвемся через вражескую артиллерию. Для этого эти танки и сделаны. Ага. Внимание, вражеские танки могут блокировать снаряды вашей артиллерии. Или постройте больше артиллерии башен, или уничтожьте их сами. Как раз я сделал себе. Воу. Я как раз себе прокачал, да? Бомбы. Иксмов разбили первую волну нашей атаки. Тяжелые войска еще не готовы нанести ответный удар. Однако и пришельцы не успели укрепить оборону. Продолжайте прорыв. Так, окей. Давайте попробуем.
У нас еще есть, как видите, дополнительные вышки. Давайте вот здесь вот закроем. И вот здесь вот закроем. Но при этом при всем мы давайте вот так вот сделаем. И вот здесь построим как раз таки артиллерию. Вот так вот. И еще одну вышку мы можем поставить. Вполне, кстати. Еще одну вышку можем поставить. Но давайте ее поставим куда-нибудь. Так, даже не знаю. О, давайте мы промодернизируем вышку, да? Вот так вот. Окей, погнали. Со всех сторон сейчас будут нападать уже, прям сразу же. Так, сразу же истребители пошли. Давайте их сначала собьем, потому что, блин, истребители, честно скажу, напрягают вот в этой, во всей, когда особенно в канале начинается. Воу, а чё так много-то истребителей-то? Плюс это еще халявные денежки, ребят, не забывайте об этом. То есть, вот видите, вот это все халявные денежки. Это хорошо. Чем больше халявных денежек, тем... Так, сейчас вот так вот. Погнали, погнали. Давай, 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 давай. Воу-воу-воу-воу, ракеты что-то по мне. Войска быстрой реагирования были уничтожены. Я посылаю, что-то там посылает он. Я изо всех сил пытаюсь стрелять, но, как видите, довольно-таки жестко. Очень много воздушных сил, но нельзя, не зря там воздушные британские силы помогают человечеству, гады. Давайте переключимся на ракеты. Отлично, погнали, погнали, погнали. Я бомбы пока не буду использовать, потому что против джипов скоростных, ну, их бессмысленно использовать. Они слишком медленно. Опа-опа, прорвались несколько джипов. Прорвались, гады. Давайте вот так вот сначала. Вот так вот. Опа-опа-опа, пошел, пошел, пошли ракеты, пошли, 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 отлично. Так, давайте все соберем. У нас, видите, еще уже набралось на одну вышку дополнительную. То есть мы ее можем, к примеру, вот сюда вот установить. Ну и давайте поработаем уже. Отлично, ну-ка, давайте. Вот так вот, куда-нибудь сейчас. Бам! Бух! Отличненько. Что-то я как-то промахнулся. Отлично. Опять истребители, а, гады. Конечно, есть вышки против истребителей. Это факт, это бесспорный факт. Ах. Давайте танки взорвем. Слава богу, танки у нас как бы по нам не шмаляют. Но... Стоп, откуда у них ракеты? Раньше же не стреляли. Серьезно, раньше не стреляли вроде. Это, похоже, новые какие-то танки. Или что-то... Так, давайте, ну-ка, зарядим Эми пушку, или как она там... На! Отличненько. Отличненько. Вот этот вот экшон, что мы... А, вот, я вижу, это ракетные джипы просто между танками стоят. Вон, я вижу, они едут, вон они. Я их пытаюсь убить, но... Довольно-таки попасть их нужно еще. Да вы задолбали, 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 задолбали. Так, быстрее все собираем, собираем дополнительные, дополнительные, дополнительные. Дополнительные денежки пригодятся. Фу, так, вторую волну отбили, отличненько. Так, дальше, дальше. Артиллерия готова нанести удар по сооружениям пришельцев. Воу. Остерегайтесь вражеских обстрелов. Обычные башни не обладают достаточной радиусом действия для уничтожения артиллерии. Защищайте их собственноручно или с усовершенствованием для артиллерийских башен. Ну, понятно, в общем. Понятно, понятно. Будем иметь в виду. Где-то тут обстреливают, да? Отличненько. Отличненько. Так. Внимание, приближаются многочисленные силы вражеской артиллерии. Вам рекомендуется расположить артиллерийские башни на передовой линии для защиты других башен. Да, без проблем. Вообще без проблем, на самом-то деле. Так, здесь у нас артиллерия есть. Отличненько. Так, вот здесь вот, конечно,
Вообще не в тему, по-моему, артиллерийские башни стоят. Ну ладно, раз стоят, так стоят. Что я могу поделать, да? Давайте мы, кстати, мы можем искусственно перекрыть вот здесь вот еще. Вот так вот. Увидите? И вообще мы можем тут достаточно хорошо перекрывать путь. То есть мы можем вот так вот перекрыть, допустим, вот здесь вот потом перекрыть, чтобы они поехали вот по этой дороге. Ну, понимаете, но на это нужны денежки, ну или материалы в данном случае. Так, смотрим сначала, откуда нападают. Блин, опять воздушный бой у нас начинается. Слава богу, ракеты не перезаряжаются, и мы можем прямо их сносить так хорошенечко, хорошенечко сносить, как видите. Блин, посмотрите, как много истребителей. Да офигеть! Вы, может быть, типа, ну, поменьше, как бы, авиации будете посылать на меня, а? Типа, ну, серьезно. А теперь это все нужно собрать. О, да, ребятки, это нужно все собрать. Так, я вижу артиллерия. И опять самолеты. Да что ж такое-то? Отличненько. Отличненько, опять самолеты. Да что такое будешь твориться? Прям, знаете, хоть строй, как его, вышку для для сбития самолетов. Я не хочу, конечно, тратить деньги, но похоже, придется рано или поздно это делать. Так, отлично. Хотя, может быть, и не придется. Отличненько. Притом самый забавный момент, что мои же вышки могут по мне же и попасть. То есть я могу под снаряд, допустим, артиллерии попасть и, ну, как бы, получить себе по зубам. То есть это вполне реально. Довольно-таки неплохо я справляюсь, кстати. Давайте будем собирать лучше. Я смотрю, вышки у меня спокойно справляются, то есть... Так, ну-ка. Вот это надо сбить, потому что они улетят, если сейчас ближайшие, так сказать... Все. Вот видите, видите, вот те улетают на карте. Все, улетели с карты. Так, это сейчас третью волну мы только отбили. Пришельцы отразили наше нападение. Я высылаю еще артиллерию при поддержке ремонтной техники. Блин. Жесть. Ремонтная техника, ну это типа с аурой лечения техника. Я уж не знаю, почему она такая, но вот как бы она такая. Дополнительные, как видите, вот здесь вот у нас есть... А вот это я, по-моему, не строил. Можно я просто разберу? Окей, спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Наверное. Давайте вот здесь вот увеличим, да, артиллерию. И... Попробуем перекрыть. Да, ребятки, получилось. Это хорошо. План удался. То есть они еще дольше будут ехать. Это хорошо. Так, кстати... А давайте-ка мы... А нет, ладно. Я хотел против авиации сделать что-нибудь, да? Но сейчас подумал, типа, зачем? Зачем? Я и так спокойно отбиваюсь от авиации, а вышки тогда пускай работают по земле, да? По-моему, это правильно. Не будем, как говорится, мешать нашим вышкам работать. Ремонтные войска предоставляют большую опасность. Они опасны. Я изо всех сил сейчас пытаюсь. Так, есть ремонтные войска уничтожены. Нормально, нормально, нормально. Нормально держимся. Надо давайте собирать. Потому что мне денежки пригодятся, а раз такое дело, что, как бы, что мне приходится именно вышками работать, то почему бы нет? Почему бы не собирать только деньги, имеется в виду? Вау-вау-вау-вау, хорошо, хорошо, по-моему, я так отличную защиту построил, ребятки. Вот единственное, только немножко прорвалось. Пошли ракеты, пошли, 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 пошли. Притом мои же ракеты сбивают еще и вражеские ракеты. То есть такой двойной профит, я бы сказал, да, то есть. Понимаете, да, то есть.
Блин, по-моему, я очень легко отбился. Или мне кажется? Или мне кажется? Что-то в этот раз как-то легко получилось, серьезно. По крайней мере, я не вижу каких-то сложностей. Давайте вон собьем еще истребителей. А, тут даже три вертолета, как видите, воздушные. С них побольше денег будет. Блин, по-моему, очень неплохо. То есть я еще дополнительные деньги заработал просто тупо. Ну, блин. Давайте-ка я все-таки построю одну вышку с антивоздухом. Ну, просто чисто из-за того, чтобы мне больше, больше денег можно было зарабатывать. Вот так вот. То есть я буду просто ездить и собирать деньги, вот и все. Иксморфы усилили свою защиту артиллерийскими башнями, но это у нас есть ответ. Танки Бульдог смогут устоять перед артиллерийским огнем и прорваться к ядру пришельцев. Если они потерпят неудачу, мы будем вынуждены пожертвовать городом и вызвать прототип танка Ягуар Тип С. Чего? Чего? Ягуар Тип С? Так, у нас есть, как видите, еще немножечко. Давайте здесь вот увеличим артиллерию, да? Вот так вот, отличненько, погнали! Давайте, ребятки, давайте, покажите, на что способны. Сейчас, да, супертяжелые танки Бульдог докладывают о прибытии на поле боя. Вон, видите, они едут, огромнейшие танки. Очуметь, они и здесь, что ли? А ну здесь артиллерия, здесь... Здесь фигня на самом деле. Давайте сразу же соберем все. Эх, самолеты полетели. Ну вот здесь вот прям посмотрите, прям приходится драться прям по полной программе. Ну-ка давай-ка тебя. Да взорвись ты, господи. Ну-ка на четверочку. Притом эти танки, они еще и, как бы это сказать, они еще и по воздуху бьют, то есть по мне тоже. Воу, хорошо. Блин, я даже вот прям бомбами фигачу, он довольно-таки... Блин, аж воздушный бой. Я про тебя забыл. Давайте соберем денежки. Денежки мне сейчас пригодятся. Так, вот так вот. Они пока эти танки доедут, типа, знаете, ну, такое, я еще тысячу раз с ними повоюю. То есть, поэтому я так не скажу, что я спешу прям. Отличненько. Видите, я еще один танк, ой, еще одну вышку уже могу делать. Спокойненько, отлично. Анти... Воу, сколько здесь баблища. Воу. Просто какое-то невероятное количество. Так. Надо поработать антивоздухом, потому что что-то как-то... Воу-в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 оу. А че это у вас как-то много-то, а? Ребята, вы не того ли? Случайно, не офигели ли? Так, сейчас быстренько вот так вот еще. Отличненько. Вот, как видите, джипы больше всего напрягают, потому что артиллерия не успевает их уничтожать, как, ну, понятно уж, да? Ах ты, блин, две ракеты. И поэтому они прорываются. Они просто прорываются из-за того, что они более мобильные. Так, давай. Отлично. Так, все, по-моему, остались совсем кропали, так скажем, врагов. Мы сейчас это все соберем. Такой последний. Так, отлично. Последний самолет британский сбили, значит. Так, как видите, я даже еще на одну вышку могу уже собрать. Ну-ка, давай, рванем тебя сейчас. Отлично. В этот раз что-то хорошо получается. Но это всего лишь пятая волна, ребят. Это всего лишь пятая волна, не забывайте об этом. Черт подери, даже супертяжелые танки Бульдог были не способны уничтожить ядро пришельцев. К счастью, к нам наконец прибыло подкрепление из Великобритании. Мы раздавим пришельцев немецкими танками и
Разорвем их в клочья британскими бомбардировщиками. Приготовьте воздушные и наземные силы к полномасштабному штурму ядра. Вот сейчас, похоже, начнется самое такое потное. О, ребят. Враг будет наступать по всем фронтам, как воздушным, так и... Оу. А вот это вот... А вот это вот сейчас вот, типа, это нехорошо. Вот видите, с этой стороны. Но мы это можем исправить. Я знаю, как мы это можем исправить. Мы давайте вот так вот здесь сейчас убираем вот это вот. Убираем вот это вот. Мы здесь вот перекрываем дорогу. Вот здесь перекрываем дорогу. Оп. Так, потом вот здесь вот убираем две вышки. Нет. Убираем вот здесь вот две вышки. Отличненько. Как... Чем мне нравится Tower Defense, что тут еще приходится думать, да? То есть вам не просто надо воевать, да, там, крошить и убивать и все такое. Вам еще приходится думать, и это интересно. То есть надо тактически как-то думать. Вот эти вот, вот видите, вот здесь вот 7 штук бомбардировщика. Это очень страшные штуковины. Они довольно-таки сильные. То есть они реально толстые, жирные. И при этом, при всем, они еще могут стрелять по... То есть они стреляют бомбами. Они стреляют бомбами по тем вышкам, которые, над которыми пролетают. И, конечно же, огромный, огромный урон нанесут ядру. Этого нужно как-то исправить. Здесь у меня есть вышка, которая будет вот эти сбивать. Так, а вот здесь вот против, именно против, исключительно именно против вот этих бомберов мы давайте настроим всяческую защиту здесь. Так, может поближе вот сюда вот можно. Нет, давайте где-нибудь еще здесь, наверное, воткнем. Главное не ставить под ними. Так, ну и давайте еще одну. Прям вот так вот. Вот так вот. И вот так. Очень много получается. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Все понятно. Так. А здесь по максимуму еще нужно добавить артиллерии. По максимуму. Давайте вот так вот, наверное. Вот так вот. Отличненько. Потом вот здесь вот нужно будет артиллерии добавить. Ну ладно, все нормально. А, вот видите, там моргает у меня такой значок. Вот, 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 видите. Вот эта вышка, значит, попадает под бомбежку. Значит, ее нужно перенести. Давайте вот сюда вот поставим. Вот так вот. Теперь она попадает по этим самолетам и... То есть, сама не разрушится от взрывов этих самолетов. Бомбардировщики входят в зону поражения. Готовы? Вот давайте посмотрим на них. Видите, они какие? Я, кстати, Эми пушку могу заряжать. Ух ты ж, сбили, как мы его сразу, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, ребятки! А-а-а, черт! Смотрите, как много проходит вертолетов. Там вышка не справляется почему-то. А вот это я типа не ожидал. У меня вышка раньше справлялась. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вроде... Черт. Вот это неожиданно для меня сейчас. Так, все-все-все-все-все, успокоились. Так, плюс еще одна вышка. Так, отлично, давайте ее сюда воткнем. Блин, еще и такой воздух, да вы че, издеваетесь, что ли? Все, отлично, прорвались. Все, собираем, ребят, потому что это все деньги. Они мне пригодятся. Чувствуется, сейчас придется воевать очень много. Вот, отличненько. Сейчас еще одна вышечка будет. Отлично, отлично, отлично. Воу, два залпа. А, красавцы, красавцы. Прорыв пошел, прорыв. Пошел исключительно из-за того, что у меня нету обычных вышек, да. То есть вот таких вот, которые, ну так сказать, тю-тю-тю, быстро стреляют, то есть, да. То есть и в этом небольшой минус, то есть... Надо такое заграждение тоже построить. Офигеть, посмотрите, сколько врагов. Это невероятное какое-то количество. Огромнейшее, смотрите. Остерегайтесь коварного удара с восточной стороны ядра. Нормально, там все нормально. Там нечего остерегаться. Так, здесь держимся, держимся. Что-то опять что-то взорвалось конкретно так. Отличненько, отличненько, отличненько. Еще одна вышка. Так, давайте. Здесь еще одну обычную вышку поставим, да? Просто обстрел везде идет.
как видите. Но у нас не хватает просто орудийной мощности, не хватает, посмотрите. Так, ну-ка переключаемся. Айда! Так, если меня взорвут, это ничего страшного. Мы можем всегда восстановиться на нашем ядре. Как бы, поэтому... Так, сейчас восстановим жизни. Поэтому это точно не нужно переживать. Воу-воу-воу-воу, откуда-то ракета по мне фигачит. Воу-воу-воу, вот этот залповый огонь идет по мне. Ребят, что-то нереальное творится. Воу, бомбу давай. Давай-давай-давай-давай. Воу-воу-воу. Черт-черт-черт-черт-черт. Воу-воу-воу, ракета опять. Уходим-уходим-уходим-уходим. Уходим-уходим-уходим. Слава богу, они не постоянно за нами летят. А, это жесть. Прям врагов что-то немерено. Ну-ка, давайте еще одну бомбу. Вот так вот. Воздух, отлично, 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 отлично. Сбиваем. Нет, нужно... Нужно по земле фигачить, это намного эффективней. Так, вот что нужно сделать. Вот что нужно сделать, ребятки. Осколочки собрать, осколочки собрать. И вот здесь вот... Вот так вот сделать. Воу-воу-воу-воу, не подходи! Взрывайся, взрывайся! Отлично, отлично, отлично. Блин, ребятки, а вот это уже типа проблема. Это уже проблема, то есть они уже по моему ядру начинают стрелять. Хотя я щит увеличил в разы, да, то есть. Но все равно, ребятки. Отлично. Давайте вот этого снесем. Так. Вот так вот. Так, еще здесь вот. Вот это уничтожим. О боже, ребятки. Ну, ядро, как видите, в нижнем левом, в нижнем правом углу есть полосочка синих жизней. Это вот как раз таки полоски моего ядра. Забавно сказал. И не сильно, не сильно мне нанесли урон, незначительный, так скажем, да, то есть такой урон, от которого можно отбиться еще. Но это еще не все, это только, понимаете, это только шестая волна, еще есть будет последняя, седьмая. То есть понятно, что эту отбили, то есть это все, мы отбили. Это хорошо. Но сейчас посмотрим, что будет со следующей. Вот это вот интересненько. Ну, здесь, конечно, просто уничтожает. Просто вообще в кашу. Генерал, наши войска были разбиты, мы не можем прорваться. Так точно, пора испытать в бою наше самое мощное оружие. Я вызываю прототип танка Ягуар Тип С. Улицы слишком узкие, и мы не знаем, смогут ли мосты выдержать такой вес. Мы еще не проводили испытания в подобной среде. Не повезло, солдат, это война и нет времени на эксперименты. Берлин пережил сражение и похлеще. Если нет дороги, то можно проложить собственную. Оу-воу-воу. Ягуар Тип С докладывает о прибытии на поле боя. Ребятки, город эвакуирован. Городские директивы безопасности отменены. Все орудия наготове. Сопутствующий ущерб. Находим на ядро пришельца. Наводим, заряжаем пушку разрушитель. Огонь! Мимо, следующий выстрел попадет точно в цель. Понятно. Понятно. Это типа... Приготовьте пушку разрушитель к следующей атаке. Быстро уничтожить главное орудие танка, прежде чем оно выстрелит. Я изо всех сил... Есть! Уничтожили пушку, отлично.
Я по нему фига... Это что такое? Какие-то... Эйми, рядом с ядром обороны пришельца особенно крепка. Какие-то штуковины, смотрите. У врага есть продвинутое орудие, способное уничтожить наши башни. У вас два варианта. Вы можете строить башню в большом количестве и отстраивать в случае их уничтожения. Либо сами атакуете вражескую машину. Блин, а ракеты, чё, есть у нас? Так, есть. Против ракет что? Опять пушка с... Может, блин? Я не успею выстрелить. Да уничтожься ты, господи. Вот эти вот летающие штуковины, надо их уничтожить, ребятки. Что-то они какие-то прям... Привет. Запускаем тяжелые ракеты земля-земля по ядру. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. А что так много-то? У меня, конечно, там есть вышки перехвата, но лучше я это сделаю сам. Серьезно. Еще по мне какие-то ракеты. Так, окей. Огонь. Опять Эми пушка. Да зарвите. Так, отлично. Нацелен на ядро пришельца. Когда я взорву эту пушку, она как восстанавливается вообще, каким образом? Я, ребятки, мне прям чашка дается. Давайте вот так вот. Черт! Я ракеты вообще не уследил за ракетами. Ох, ребятки, вот это жестко. Я просто тупо не успеваю что-то делать. Опять мои... Мои все вышки взорвали. Ладно, хоть возвращаются ресурсы за убитые вышки. Это хорошо. Вроде у меня была защита от воздуха, но что-то как-то она не очень помогла. Просто уничтожаем, потому что другого варианта не остается. Просто уничтожаем. Ну-ка, давай, заряжай. Бам! Эми опять. Фу, ну давай, включайся. Давай. Пушка разрушена, уничтожена. У нас нет выбора. Придется таранить ядро пришельца. Переключите двигатель в режим ускорителей. Чего? Нифига себе, че это он хорош. Люди решили на отчаянную атаку. По-моему, все. Пришельцы понесли серьезный ущерб главному орудию. Боекомплект охвачен пламенем. Бум. Один из двигателей поврежден и перегревается. Мы должны сбавить ход. Да все уже. Некуда тебя забавлять. Вот это, ребятки, круто. Вот это реально круто. Мы потеряли... потерпели поражение. Пришельцы уничтожили танк Ягуар.
У нас больше не осталось действующих боевых единиц Германии, но, судя по всему, танк Ягуар ТПС серьезно напугал пришельцев. Мы проводим анализ битвы, чтобы создать боевые машины, которые позволят окончательно одержать победу над пришельцами. Русские и японцы уже добились определенного прогресса в этой области. Уничтожена еще одна гигантская военная машина. Они нанесли своему городу большие разрушения, чем мы. Теперь мы можем подключиться к их энергетическим сооружениям и подать питание на наши ядра. Это поможет увеличить количество сознаний в наших сооружениях. Отличная работа. Приготовьтесь к переносу вашего сознания в следующую область. Ребят, игрушка прикольная. Да, не все такие миссии, не все... О! А что это у меня такое было там хотел? Ну ладно. Не все такие миссии с таким вот боссом, да. Они через, наверное, где-то через 3-4 миссии появляется какой-то босс гигантский. Также был в первой миссии, там был такой, знаете, паукообразный тоже робот. Мы с ним дрались. И дальше будет, скорее всего, еще. Ну, нас уже готовят, что где-то там или в Японии, или в России. Да-да-да, в Россию мы тоже попадем. Это... прикольная игрушка и необычный взгляд на Tower Defense, ребят. И если вам она понравилась, ссылочку на скачивание вы сможете найти у нас в группе ВКонтакте. Я там размещаю все игры, которые выкладываю на Ютубе или в которые играю. Видите, вот здесь даже показаны, вон какие-то, вот какая-то техника. Люди, смотрите, какие-то беспилотники. Потом вот здесь вот что это такое за... О, господи, новые техники в Австралии будет очень много. И потом еще и в России, посмотрите, тоже множество техники разные показываются, с чем мы будем иметь дело. Но вот в США дальше уже не показано. На этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Всем всего, удачи и пока.